Здравствуйте! В этом видео я покажу и расскажу, как можно покупать товары в США на примере экшн-камеры. С целью экономии я выбрал БУ-предложение на Амазоне. Доставка этой камеры осуществлялась только по территории США, поэтому мне пришлось воспользоваться услугами компании-посредника Mist. В моем случае пересылка товара выглядит вот так. От продавца с Калифорнии товар летит в Нью-Джерси на склад Mist. Американской службы доставки, а с Нью-Джерси летит в Киев ко мне домой непосредственно компания Mist. Эта услуга стоит $26. Собственно, смотрите, какая ко мне пришла посылка. Поскольку при открытии посылки было в комнате достаточно шумно, предлагаю посмотреть видео под ютубовскую музыку. В комплекте не оказалось одного крепления, за это продавец возместил мне $15. Итого, стоимость посылки обошлась $119, плюс $26 доставка и минус $15 компенсация. Итого $130. Спасибо за внимание.